Покажи комарика. У него есть два крылышка. Умница! Покажи мышку. У нее мягкая серенькая шерстка. Умница! Покажи лягушку. Она плавает в воде. Умница! Покажи коровку. На головке у нее есть рожки. Молодец! Покажи тигра. У него большие и острые зубы. Правильно! Покажи котика. Он рыжий. Молодец! Покажи гуся. У него длинная шея и толстый клюв. Молодец! Покажи страуса. Он большой. Умница! Покажи уточку. У нее две лапки с перепоночками. Умница! Покажи попугая. У него есть хвост. Ты ошибся, умница! Покажи жирафа. У него длинные ноги с копытами. Правильно! Покажи крокодила. У него толстый сильный хвост. Умница! Покажи зайчика. У него длинные ушки. Правильно! Покажи стрекозу. У нее прозрачные крылышки. Правильно! Покажи хомячка. Он маленький. Выход. Выйти из игры. Нажми мышкой на предмет. Холодильник. Холодильник. Где полотенце? Правильно. Покажи веник. Правильно. Где ведро? Молодец. Покажи умывальник. Правильно. Покажи стул. Правильно. Покажи чайник. Молодец. Покажи, где потолок. Правильно. Найди половник. Правильно. Покажи, где стены. Правильно. Найди чашку. Правильно. Где кастрюля? Умница. Покажи шкаф. Умница. Найди совок. Умница. Найди мыло. Правильно. Покажи печку. Умница. Где кухонная доска? Молодец. Найди скатерть. Молодец. Найди миску. Молодец. Где холодильник? Где холодильник? Умница. Где полотенце? Малыш, покажи, что стоит за совком? Правильно, за совком стоит печка. Малыш, покажи, что находится слева от умывальника? Молодец! Слева от умывальника лежит мыло. Малыш, покажи, что стоит перед печкой? Умница! Перед печкой лежит совок. Малыш, покажи, что стоит справа от стола? Умница! Справа от стола лежит совок. Малыш, покажи, что стоит слева от чашки? Ты ошибся! Умница! Слева от чашки стоит чайник. Малыш, покажи, что находится справа от умывальника? Умница! Справа от умывальника висит доска для резки. Малыш, покажи, что стоит слева от стула? Малыш, покажи! Умница! Слева от стула стоит холодильник. Это веник. Его делают из соломы. Это чашка. Она станет горячей, если налить в нее чай. Это графин.
он прозрачный. Это поднос. Он может быть круглым, квадратным или овальным. Это сковорода. В ней жарят и разогревают еду. Это совок. У него есть широкая часть и ручка. Это термос. В нем носят горячий чай или компот. Это холодильник. В нем лежит еда.